Учителями славится Россия. Подготовкой специалистов такой важной и нужной профессии в нашем городе занимается филиал Кубанского государственного университета. На днях там состоялось торжественное вручение дипломов. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Сессии, экзамены, зачеты и курсовые остались позади. Впереди длинная и интересная жизнь в одной из самых важных и востребованных профессий – учитель. Именно эти молодые юноши и девушки совсем скоро отправятся работать в школу. На их плечах большая ответственность. Растить и учить детей, будущее страны. Выпускников с окончанием обучения поздравила руководитель филиала Кубанского государственного университета в Славянске на Кубани Ольга Леус. Я поздравляю всех от имени нашего ректора Михаила Борисовича Остапова с завершением учебного года, с успешной защитой выпускных квалификационных работ. Дорогие выпускники, вы стали обладателем одной из самых замечательных профессий. Профессии учителя. Это огромная ответственность. Это необходимый, чтобы обладать этой профессией, богатый запас знаний должен быть у каждого. Вы освоили очень много дисциплин, это дает вам возможность проявить себя и продолжать познавать дальше. Профессия очень интересная. Я желаю каждому из вас стать профессионалом, найти свое место в системе образования. И вот настает самый торжественный момент, которого выпускники ждали 5 лет – вручение дипломов. В этом году дипломы высшего образования получили 174 студента, дипломы о получении среднего профессионального образования – 77 ребят. Теперь они дипломированные специалисты, готовы отправляться в свободное плавание. Но всего этого бы не было без помощи педагогов и наставников, которые щедро делились своими знаниями и сопровождали студентов на протяжении всего их обучения. Выпускники выступили с ответным словом, поблагодарив педагогический коллектив вуза за прекрасное образование. Хотелось бы сказать слова благодарности всем тем, кто сегодня здесь присутствует, и сказать, что для нас, выпускников, заканчивается чудесный студенческий этап нашей жизни, который мы будем вспоминать как золотую пору, время беспечности и дней, наполненных радостью. Я хочу от лица нашей группы выразить благодарность всем тем, кто вложил столько усилий для нашего развития. Я благодарю наших преподавателей, наставников, руководителей, а также администрацию города и района. Спасибо вам большое за наше будущее. Эти аплодисменты для вас. Из-за сохраняющихся коронавирусных ограничений торжественное вручение дипломов состоялось в усеченном формате, с минимальным количеством участников и без праздничной программы. Но это нисколько не испортило настроение выпускников. Ведь сегодня для этих ребят, уже дипломированных специалистов, начинается новый этап жизни. И встречают они его, уверенные в полученных знаниях. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».